такая хорошая, я думаю, неплохая мозаика. Не совсем может быть осенняя, но все у нас. В общем, на уме сложилось. Спасибо научной библиотеке. Спасибо, что она читатель с художниками, что она читатель с художниками соединяет, знакомит. Это так важно. Это так вот между делом как бы получается. Все равно человек приходит в библиотеку и встает около работ, потом со соавторами. Огромное дело, вот такая услуга, знаете, вот есть такое понятие, библиотечная услуга, да. Но это действительно такая вот хорошая услуга, очень благородная, такая уважительная. Большое спасибо библиотеке за это, все же. Спасибо. Вопросы есть к ребятам? Или вы просто посмотрите выставку и сделаете? Но я вам хочу сказать, понимаете, кто создавал экспозицию, кто все это делал, организовал, они вам представят несколько вариантов. Есть работы по стеклу, которые... Есть работы, которые не имеют обрамления, рамочки. Это все предусмотрено. Но самое главное, когда вы посмотрите то, что выставлено в этой гостиной, вот в этих книгах, а книги 19 века здесь представлены, и раньше написаны, посвященные событиям смутного времени, 400 лет, которым вы пройдете в читальный зал. И в читальном зале вы увидите три различные выставки. Одна выставка дипломных работ сохранилась частично. Тех, к чему должны прийти, эти закончили, все, что еще будет. И ряд работ нынешних художников. И параллельно с этим фотографии представителей Азии на стене. Фотографии жизни. Там тоже есть определенные моменты схваченной жизни. Вот все это вместе, когда вы посмотрите, вы поймете, что действительно у этих замечательных героев сегодняшней выставки впереди большая, бурная творческая успех. Спасибо.